сегодня Святое Евангелие открывает нам удивительную притчу Иисуса Христа, который уподобил Царство Небесное человеку, который многими управлял в доме рабами, материальными благами, и вдруг захотел сосчитаться со всеми должниками своими. Одного призывает, того, который должен был 10 тысяч динариев. Ну, представьте, это может быть около 50 миллионов на наши рубли. Вот призывает такого должника с целью призвать его к ответу и к возвращению давно не отдаваемому долгу. Но так как у того нет таких денег, он падает в ноги к господину и говорит: «Прости меня, господин, потерпи на мне, я обязательно отработаю, у меня все хорошо, у меня работают мои слуги, и я смогу тебе возвратить такой огромный долг, только не сейчас, потерпи на мне». И милосердный господин поверил этому должнику и отпустил его с миром. Но стоило выйти этому прощенному должнику на улицу, как он увидел человека перед собой, который должен был ему 100 динариев. Ну, это где-то там 10 тысяч рублей на наши рубли. «Отдай мне, — говорит, — долг мой. Верни сейчас же. А тот бедный, и дети, и работы нет». И стал он уговаривать этого прощенного должника: «На мне потерпи, я отработаю, я обязательно тебе верну». «Когда? Когда вернешь?» Грубо с ним стал поступать. И тогда упал даже в ноги этот бедный человек и попросил этого прощенного должника: «Потерпи на мне, я отработаю». Но тот не простил его и заключил его в темницу, пока тот не отдаст весь долг свой. У этого бедного человека были друзья. И они рассказали господину дома правителя, как поступил прощенный должник со своим должником, который был должен гораздо меньше, чем он. И узнал домовладыка, и призвал раба того неверного, и сказал ему: «Не должно ли было тебе простить долг перед тобою, когда я простил тебе такой огромный долг перед собой? Но за то, что ты этого не сделал, он повелевает его заточить в темницу и лишить его всякого добра и имения за то, что он был так немилосерд. Так, говорит Господь, поступит Отец мой Небесный с каждым из вас, кто не захочет простить от сердца согрешающему перед Ним». Вот на эти последние слова Спасителя мне хотелось бы обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры. Если мы, читая Евангелие, а мы с вами обязаны читать Евангелие, каждый день постарайтесь слушать, читать, вразумляться этими словесами Господними, словесами чистыми, тогда вы во многом будете разбираться и в современной жизни. Это не когда-то книга о ком-то. Это книга о каждом из нас и о сегодняшнем дне. Тот, кто читает Святое Писание, ему можно и новости не смотреть. Там все написано, что было, что есть и чем все закончится. Из чего все начнется, в том, в чем мы с вами сегодня живем. И вот слова Христа, когда мы читаем Евангелие от Матфея, есть такие слова: «Так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца вашего Небесного». Обратите внимание, Христос говорит: «Отца вашего». Он своего Отца называет и Отцом нашим. «Ухожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Сын Божий Христос говорит, что все верные последователи Христа могут называть Бога своим Отцом, и даже дал нам молитву «Отче наш», и называет Его нашим Отцом, чтобы просвещалось, чтобы светилось, чтобы прославлялись слова, которые возносятся к Отцу вашему, по делам вашим. А вот в этой притче Христос не говорит так. И это очень серьезный укор. Внимательно читающий да поймет: так и Отец мой Небесный поступит со всяким,
кто от сердца не простит ему согрешение его. Господь тем самым говорит, что недостоин отцовства его отец такому человеку, который не находит в себе силы простить другому его согрешение перед ним. Читая молитву «Отче наш», мы не раз повторяем: «И остави нам, Господи, долги наши». Мы поем это в церкви. «Прости нам, Господи, наши долги, как и мы оставляем должникам нашим». А вот если мы не оставляем, вдумайтесь в перспективу нашей вечности. Вот вам уже и эсхатология. Чем все закончится? Судом и адом. Если мы, казалось бы, будем добрые дела делать, в храм ходить, Богу молиться и даже причащаться, и поститься будем, и молиться будем, и каноны читать, и акафисты вычитывать, и много-много добрых дел сделаем, но не простим, то по слову Христа и Отцом вам Отец Христов не будет. Он не простит нам согрешений наших, если мы от сердца не простим согрешающими перед нами. Почему Господь эти слова вложил в главную молитву Господню, «Отче наш»? Если ты не прощаешь, недостоин прощения. Вот так, как тот должник не простил перед собой должному, так знай, и ты не будешь прощен, если не простишь всем согрешения. И действительно, если мы взвесим, сколько мы согрешили перед Господом, сколько раз вы подходили на исповеди и выливали всю грязь своих поступков, своих мыслей, своих деяний, о которых стыдно и сказать, и сами того стыдитесь. И вот если все это покажут на суде Божьем, вот этот весь долг греховной жизни каждого из нас, а мы говорили: а вот этого я не простил. Да ты посмотри, сколько я тебе прощал, пока ты уже каялся. А ты хранил обиду на этого человека, который когда-то тебе плохо сказал, что-то про тебя написал, как-то тебе ответил. И ты затаил в сердце вот эту змею и носил под ним, под сердцем своим, обиду от этого человека, не простил ему такой мелочи. Тогда нет и тебе прощения. Вот мы должны сегодня просто проникнуться этим чувством, что если мы не прощаем, то все наши труды, подвиги, молитвы, стояния, исповедь не принимается, если я не простил. И Евангелие открывает нам эту истину. Итак, если вы будете прощать людям согрешения их, тогда и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Вы слышите, прощающим Христос снова говорит: Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Он снова усыновляет нас Отцу. Тем, кто прощает грехи ближнего, тот усыновляется Богу Отцу и становится сыном или дочерью Бога Отца Небес. Но если вы не прощаете людям, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Итак, прощайте и прощены будете. Я приведу вам пример. Два брата инока жили в одном монастыре, жили как два брата. Действительно, иногда чужие люди во Христе живут гораздо ближе в родственных отношениях, таких в братских отношениях, чем люди по крови родственники. Родственники иногда ссорятся, делят имущество, имение, раздоры, скандалы, недовольство. А вот находит человек по вере единомышленника и живет с ним как брат или как с сестрой. И вот такие были в монастыре два инока. И дьявол, завистник всякого добра, решил посеять между ними ссору. И они так разругались, а особенность монастырской жизни, что там не носят в себе обиду, а каждый вечер исповедуются. Приходит вот конец дня: Господи, прости, к старцу подходит, и каются: прости меня, Господи, вот сегодня согрешил тем, тем, тем. И вот один прям кается, говорит: тут я не знаю, отче, как мне поступить, простить не могу, так обидел меня мой брат, что простить не могу. А он ему говорит: но если ты не можешь простить, не читай молитву «Отче наш», не обманывай Господа. Как не читать? Так без этого и ни трапезы не будет, и спать не ляжешь. Ну вот, значит, не ешь, значит, и не спи. Как?
Вот как попробуй. Ну как, вот он, все братья, все же перед едой, братская трапеза, и все, отче наш. А он стоит, нельзя, не ешь, вспомнил. Ну ладно, пропустил. Дальше там еще трапеза, пропустил. Сон. А на сон грядущий без молитвы могут христиане лечь, если они не басурмане? Нет. Вот он становится, отче наш, иже и си на небесех, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы. А он не простил, не дочитал. Читает псалтырь, читает еще молитвы, а нельзя. И не спит одну ночь, не ест один день, не спит одну ночь, не ест другой день. Снова подходит старцу, отче, я не могу так. Ну вот видишь, лучше простить. Прости, и Бог тебя простит. Он пришел, попросил у брата прощения. И какой сладкой была молитва «Отче наш», а каким вкусным был обед, а какой сладкой была ночь. Мы сами иногда себя наказываем за то, что не прощаем. И еще один пример, который пусть будет для всех нас вразумлением. Вот в братской жизни, в монастырской, есть очень много таких примеров, в житиях святых они описаны, когда тоже поругались два брата, и тот хотел примириться, а тот его просто не прощал. И вот обратная ситуация, да, если этот просил прощения, то этот даже не просил, тоже к старцу приходит, что мне делать? А этот совет пусть будет для каждого из вас. Вот что нам сделать, если у нас есть с вами те, которых нам нужно простить? А ведь у кого их нет? У кого нет врагов? У каждого из нас есть те, которые не всегда желают нам добра, всячески подструнивают, поддушкивают нас, что-то плохое нам хотят сделать. Даже с крестиком на груди. Мы же не говорим, что это вообще-то из-за рубежа. Мы уж не говорим про эти военные конфликты. Сколько личных врагов вокруг нас. А мы так думаем, да нет, я вот такой православный. Но я им, если что, припомню. Вот в братских отношениях в одном монастыре были такие два брата, который не мог простить. Тот закрылся, не пускает друг друга. Даже не здоровается, проходят мимо. Если мимо проходят, там обходят другой стороной. И вот он думает, ну все, надо же мириться. Все же читают Евангелие. Надо же по Евангелию жить. Надо же поступать. И он идет, думает, ну пойду примирюсь с ним. Подошел, постучал в келью. Брат, открой. Открой. А он даже молчит, не открывает дверь. Опять стучится. Он не открывает. Ух, еще больше обиделся. Приходит старец. Вот я хотел с ним помириться. Пришел к нему сам с повинной, а он мне даже дверь не открыл. Что мне делать, отче? Старец ему говорил, а знаешь, почему он тебе даже дверь не открыл? Почему? Вот ты когда к нему шел, ты себя оправдывал, а его осуждал. А вот теперь пойди еще раз. Но только даже пока идешь, себя осуждай, а его оправдывай. Как это? А вот вспомни, сколько ты был неправ перед ним. Вспомни его хорошие поступки, дела, что он все-таки человек, творение Божие. Сколько доброго сделал он другим. Вот иди о хорошем в этом человеке, думай, найди в нем. А себя суди, вот я такой, хорошего человека обидел. И ступай. И он понял, благословился, идет и себя осуждает. Зачем же я обидел? Действительно, я же вспомнил, как мы как душа в душу жили. Как он ради меня там чуть в огонь и в воду. И вот идет, вот так думает о человеке. Подходит келий к его, а дверь открыта, а брат его уже ждет. И без слов принял его в объятия. И тот попросил прощения, и этот прощение попросил. И они примирились, и уже старались никогда не ссориться. Вот вам совет, дорогие братья и сестры. Чтобы примириться с кем-то из тех, кто на нас змею под сердцем держит, оправдайте этого человека. Ведь это чей-то сын или чья-то дочь, чей-то муж или чья-то жена, там у них свои проблемы, свои дети, свои скорби. Сколько им трудностей выпадает на жизнь. Может, от этих трудностей, скорбей они и стали такими к нам по отношению недобрыми, а может быть и злыми. Бог им простит, а мы не будем на них гневаться. Вот и сегодня, выйдя из храма, я попрошу каждого из вас, не оставьте обиды ни на одного человека на земле. Вы слышите? Вот всем все простите. Помните, как всячески, когда всякий раз я выхожу с чашей, я напоминаю вам, те, кто исповедал грехи свои,
и примирился в сердце своем с обидчиками своими, и всем от души простил. Вот те только приступите к чаше Христовой. С праздником, дорогие, всех вас! Пусть Господь умиротворит ваше сердце, ведь именно за этим мы приходим в храм, чтобы исцелиться от зла, от обиды, от уныния, от отчаяния. И когда мы просим у Господа искренне прощения, то должны помнить, что Бог не простит нам стольких наших грехов, если мы мелочи какой-то не простим нашим обидчикам перед нами. Вот о чем сегодняшнее Евангелие. Аминь.